Это человек, которому она звонит и говорит, что она писалась с Пашиняном. Я украла бату. Хотя бы, когда воруете, воруете что-нибудь нормальное, а не это. Девушки, я ваша фанатка, просто можно с вами познакомиться? Керин, ее меня расстроит. Слышали, нам хорошо, джон, нет. Вася. Мам, прикрой окно немного. А как прощаться? Как бы доброе утро, готовимся. Всем привет! Сегодня 16 июля. Мы едем в Кирово-Акан к дедушке на день рождения, порадовать его. К нам, кстати, прилетели наши девочки с Москвы. Мы наконец-таки встретились, очень весело провели время. И теперь часть 2, продолжение. I need that fire just to know that I'm awake. We raise darkness till the break of day. Папа, я не открою. Ой, дай сок. Как жарко. В чем секрет? Еще это, кинула жвачку, я на нее села, чтобы знать. Просто мы идем, а все стоят. Дорога молодая, конечно. Только этого не хватало. Видите, как моя сама девушка работает. Она, короче, уже 50, но она очень молодая. Բոլորի կողմից սիրված, հարգված, պաշտելի, հումորասեր, բարեկամասեր, զոքանչասեր, սիրված ամուսին, հայր և պապի։ А вы что, все еще едите? Да. Вы видели, гуляем по Кирово-Акану? Дамы и господа. Кирово-Акан – это столица мира, если вы не знаете. Первая звезда загорела, вторая звезда снимает. А нормально же? Мы здесь собрались со звездами, да. Все на нас смотрят. Одна семечка живет, другая просто ходит. Самые главные звезды. Да, это кукушка, видите, со стаканом гуляет. Кукушка, это была кукушка-то. Я же, что, ребят, посмотрите, я вам не могу. Хотите, покажу вам трансляцию Ноны? Давай, трансляцию Ноны. Да, привет. Ну да, я, в принципе, ну да, вот это, и вот, ну да, да, ну да, в принципе, да. Она и каждый раз вот эти места поправляет. Да, да, это у меня привычка, да, мне все говорят, но я не могу избавиться от меня. Мы не можем вам показать то, что будет дальше, потому что наша психика такого не выдержит, к сожалению. Да, моя уже пошатнулась. Окей, давайте. Мобилизация, да? Ну, короче, да, вам снимем еще. Пока, увидимся в Ереване. Мы в Ереване. До свидания. У нас есть селфи с Пашиняном. Пашиняном и пусть Армения об этом знают. У меня есть селфи с Пашиняном. У меня есть селфи с Пашиняном. Мы просто сейчас гуляли, так вовремя вышли. Короче, прикиньте, еще бы чуть-чуть, 5 минут туда, 5 минут сюда, и мы бы его не увидели. Да, и, просто... и мы с ним сфоткались. И он сказал, что нас любит, и чтобы мы больше не улетали отсюда. Да, поэтому мы остаемся. Значит, гуляем мы по Еревану. Я украла вату, сахарную вату. Она украла вату, и им подарили потом.
ее. Потому что мы красивые. Потому что у нас есть селфи с Пашиняном. Да, потому что есть селфи с Пашиняном, а у них нету. Да, поэтому. Хотя я хотела розовую. Розовую хотела. А что ты розовую не украла? Там не было. Там не было. Короче, Моника с Кристиной нас проукрали вату. И когда их дядя поймал, он сказал, хотя бы когда воруйте, воруйте что-нибудь нормальное, они это, то вас поймают, посадят и скажут, что за что сидишь, а вы такие вату украл. Круто. Если б я был султан, я б имел... Мы сидим, ждем уже час. И тройной красотой был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Сзади не подходи. А мы ее погладим? Не, не надо. А, ну она! Камера как-то перевернулась, я не поняла, что произошло. Сегодня какое число, мам? 18. Сегодня вот мы с мамулей и девочки с нами, и дядя. Сегодня 18 июля. Мы собирались поехать на Гарни. Но мне стало плохо вдруг, и мы никуда не поехали. Приехала скоро. Тут капец, тут люди такие добрые. Я посреди площади сидела. И все прохожие просто спрашивали, что случилось, что случилось. Пришли полицейские, они вызвали нам скорую, скорая приехала. Спасибо большое им. Прям такие молодцы. А потом... Ой, я сегодня упала, значит, у меня все снимали. Хотя я там в сторонке плевала, но все равно все снимали. Так что спасибо всем большое. И спасибо врачу, который слушал мой бред. Пока! Да, да, спасибо всем. А потом мы пришли домой, мама, тетя Марина за мной ухаживала, это же было круто. Да, мама говорит, то есть, ну, она пьет чай, говорит, что это горько. Я сказала, он горький такой. Она говорит, он чёрный. Горький, мама такая, нормально. Да, и пришлось выпить молча, ничего не говорить, но мне потом стало легче. Спасибо большое. Да, спасибо большое всем. Я вас всех люблю. А сейчас мы идем, да, мы позвонили во все рестораны, которые находятся в центре Еревана, и абсолютно везде занято, хотя мы звонили в часов 6, хотели брони на 9 вечера. Ну вот девочки пошли, забронировали тайминги, сейчас мы идем туда. Ну я не знаю, что это за бред, не выходной день, не праздник, ничего. Ой, ладно, все, пока. Все, пока. Нам хорошего вечера. Вам хорошего вечера. Адьос. Ну, расскажи что-нибудь на испанском. Что сказать? Ты любишь меня, скажи. Te amo. Поняли, да? Поняли. А вас не te amo. Тренируешься, да? Thank you.
летели, к сожалению, мы не смогли их проводить, ибо было очень-очень плохо за день до этого особенно. Но не об этом сейчас. Мы уже, кстати, тоже не в Ереване. Очень уже соскучились по девочкам. Наши дни так проходили так ярко и насыщенно, очень весело. Этот влог я должна была выложить вам уже давным-давно, но по причине того, что мы находимся в деревне, и здесь ужасно плохой интернет, приходилось все оттягивать. Надеюсь, вам нравится то, что я снимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро я выложу новый влог про то, как мы гостим у бабушки. It's really important, you know? Yeah. But I understand what's going on. Please, I just want water. Just want cold water, you know? Cold. Sorry. Okay. No. Please, Karen. It's for me. Don't for you. Oh, my gosh.